Дорогие друзья, мы с вами говорим об очень интересном событии в жизни патриарха Иакова. Мы рассматриваем его жизнь как борьбу. От начала утробы уже Иаков боролся с Исавом. И в этом смысле мы боремся с Богом, уже приходя в мир, являемся богоборцами, потому что от Адама и Евы мы унаследовали этот характер борьбы, противостояние Богу, неисполнение Его Божьей воли. С другой стороны, мы хотим рассмотреть этот образ Иакова как пример для нас родения о Божьем благословении. Иаков хотел получить благословение любой ценой. И ревность эта для нас является примером тому, что о духовном надо родить. Очень часто люди радеют, знаете, о земном, о сиюминутном, готовы вкладывать в это и деньги, и средства, и силы, и здоровье. А вот о духовном оно совершенно не ценится. И книга, вот эта часть Библии с 25 по 37 главы, описанная об Иакове, эта часть книги, ее можно назвать книгой борьбы, потому что здесь показано несколько ступеней, в которых Иаков борется. И мы хотим увидеть здесь свой характер. Здесь показаны образы в семье Ревеки и Исаака, их детей, Исава и Иакова. И два лагеря. С одной стороны, борьба Исаака вместе с Исавом за благословение, не спрашивая воли Божией. С другой стороны, Ревеки и Иакова, которые хотят благословение получить своими усилиями, употребляя при этом хитрость. Сегодня мы поговорим, что же случилось дальше с Иаковом. Вот он обманул брата, продав ему за чечевичную похлебку первородства. Второй раз он обманул уже отца, применив Божье имя, чтобы получить благословение от отца. Но мы видим, как ком по нарастающей. Он запутался, Иаков, уже в том, что происходит. И человек, когда, получив благословение, ему от утробы они принадлежали, но начинает употреблять свои человеческие усилия, хитрость и обман, то тогда последствия необратимы. И здесь мы с вами сейчас увидим, что ждет Иакова. Дело в том, что Исав решил убить Иакова, потому что он не мог стерпеть того, что его брат обманул. Пожалуйста, возьмите цветные карандаши, и мы будем подчеркивать с вами ключевые слова. И мы сейчас обращаемся уже к 29 главе Бытие, где мы будем отмечать ключевое слово Иаков, имя, и другое имя Рахиль. А далее нас будет интересовать Лия и Лаван. Каждый из имен подчеркивайте, пожалуйста, определенным цветом. С вами мы проходим курс, написанный Кей Артур, называется он «Бороться с Богом от наставления к наставлению». Это библейский институт, так называется, «От наставления к наставлению», то есть изучение Библии индуктивным методом, то есть погружаясь в Слово Божие. Вы можете зайти на сайт www.evrasia.precept.org и познакомиться с методикой этого института. Главная цель его какая? Погружение в Слово Божие. Чтобы это Слово Божие стало в нас жить, необходимо в нем много пребывать. А как пребывать много? Вот очень хорошая вещь. Ручка и карандаш. Читаешь, подчеркиваешь ключевые слова, выписываешь их на полях Библии или в тетрадке, и через это, наблюдая над текстом, больше и больше открывается, и только после этого можно делать какие-то комментарии, интерпретации. Да? Так вот, в 29 главе книги «Бытия», значит, что мы видим? Что 28 глава, ее можно было бы так и озаглавить: «Видение Иакова в Вифиле». Иаков убегает от брата. Кому он идет? Он бежит в Месопотамию к Лавану.
И шестой стих. Исаак увидел, что Исаак благословил Иакова и, благословляя, послал его в Месопотамию взять себе жену оттуда и заповедал ему, сказав: «Не бери жены из дочерей ханаанских». И что Иаков послушался отца своего и матери своей, пошел в Месопотамию, и увидел Исав, что дочери ханаанские неугодны Исаку, отцу его. И тогда мы видим, что Исав хочет тоже по-человечески угодить своим родителям. Вначале взял жен ханаанских, потом решил, пошел и взял жен уже, значит, дочь Измаила. Вот. То есть нельзя любой ценой угождать. Вообще-то надо делать по Божьей воле. И вот здесь продолжаем об Иакове, возвращаемся к нему. Для нас очень важно посмотреть его борьбу как прообраз вообще всякой борьбы и также в нашей жизненной ситуации. Что это за борьба? Смотрите, что здесь происходит. Вначале Иакову является знаменитая вот эта небесная лестница. Он видит над собой открытое небо. С другой стороны, куда держит Иаков путь? В рабство. Вот эти две вещи в нем, в общем-то, несовместимы в данном случае, да? Бежит в рабство, что его там и ожидает, хотя у своего дяди 20 лет он вынужден был работать за любимую Рахиль. И в этом смысле он, ну что, прообраз любви. Любовь, она жертвенной является. Так вот, смотрите, Авраам прообраз веры, готов был сына принести в жертву. Исаак надежды, 20 лет ждал сына и детей, вымолил их. А Иаков любви. Так вот, когда Иаков шел к Лавану, то он остановился на ночлег, место это называлось Луз, и там, положив камень у изголовья, что он увидел? Он увидел лестницу. Это было во сне, потому что здесь во сне ему Бог сказал, и он заключает с ним завет: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, Бог Исаака, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему, и будет потомство твое, как песок земной, распространишься к морю, к востоку, северу». Здесь он говорит о благословениях, которые благословятся в тебе все потомки. И дальше мы видим, что Иаков пробудился от сна в 16 стихе и сказал: «Истинно Господь присутствует на месте сём, а я не знал». Убоялся и сказал: «Как страшно сие место! Это не иное что, как дом Божий». И здесь Иаков встает, этот памятник он сделал, значит, памятником, камень, на котором он спал, у которого был изголовье, он поставил его памятником, возлил елей наверх его и нарек имя места тому Вифиль, а прежнее место того города было что? Луз имя. Так вот, это имя Вифиль мы встречаем у пророка Осии. Осия говорит о Вифиле. В Вифиле он нашел нас и там говорил с нами. Вифиль стал образом присутствия Божия, когда Бог находит нас и особо говорит с нами. Ведь что шел Иаков, с чем шел Иаков? С одним посохом. Ничего у него не было. И он бежал от брата. Сзади, можно сказать, мосты сожжены, а впереди ничего нет. И страх. И неизвестность. И вот в этот такой момент, когда ты в особой опасности, когда ты ничего, никто тебе не может помочь, только Господь, так часто бывает, что Бог в такие моменты именно и говорит к нашему сердцу. И вот здесь Иакову является особое событие, лестница, небесная лестница. Впоследствии мы будем читать в книге, знаете, Евангелие от Иоанна, в 1 главе, 51 стих. «Истинно, истинно говорю вам, говорит Христос, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Ангелы Божии восходят и нисходят, поднимаются, опускаются по лестнице небесной. Не просто так это они производят какие-то движения, а на самом деле ангелы Божии служат людям для того, чтобы служить. Жить им они не сходят, для того, чтобы благословлять их, они поднимаются к небесам. Одним словом, мы видим, что ангелы, которые
восходили, нисходили по лестнице Иакова здесь. И этот город Вифиль является особым образом присутствия Божия. Каждый из нас, в общем-то, жаждет этого Вифиля, чтобы в нашем сердце был этот Вифиль. Ведь что сказал Иаков после этого? «Если Бог будет со мною, сохранит меня в пути, в который я иду, даст мне хлеб, одежду». Видите, три вещи он просил. Дорогу сохранить, хлеб и одежда. «Я в мире возвращусь, если в дом отца моего», 22 стих, «то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим. И из всего, что ты дал мне, Господи, я дам тебе, говорит Иаков, десятую часть». У кого он научился этой десятой части? Вспоминаем Авраама, который отдал десятину царю Салимскому. Да? Значит, и далее Иаков встает, идет в землю сынов Востока. И вот здесь он встречает колодезь. Колодезь в Библии тоже является глубоким образом Слова Божьего, силы Божьей, присутствия Божьего, потому что колодезь связан с водой. И здесь он встречает свою возлюбленную Рахиль. Рахиль, которая впоследствии станет его женой. Он ее очень полюбил. Из-за нее-то, собственно, он и работал 20 лет у Лавана. Значит, когда он приходит к Рахиль, когда он приходит к Лавану, когда он представляется, кем он, собственно, кто он есть. Лаван его очень хорошо принял, Лаван обрадовался, Лаван даже говорит, чем, в общем-то, тебе заплатить, чтобы ты недаром у меня работал. И тогда, 18 стих 29 главы, Иаков любил, полюбил Рахиль и сказал, «Я буду служить тебе за нее 7 лет». Но эти 7 лет на самом деле за Рахиль, младшую дочь твою, так сказал Иаков Лавану, обратились в 20 лет, потому что, когда время закончилось 7 годам, то Лаван обманул Иакова. А вспомните, как Иаков обманывал. И вот теперь Иаков жнет плоды, потому что Лаван обманул Иакова и дал ему старшую дочь Лию, которая была слепа глазами, больна глазами. И она ему не нравилась. Но вот так получилось, так браки раньше, да и сегодня в Средней Азии еще в аулах, такие браки, когда, в общем-то, привозят невесту ночью, и только утром видишь, в общем, кто она. Так получилось с Иаковом. Лаван обманул его. И таким образом Иаков увидел, что наутро-то, в общем-то, совсем другая, чем кого он ожидал. И тогда сказал ему его тесть, дядя, Лаван, ты еще поработай 7 лет, и тогда я тебе другую отдам. Он действительно так и случилось, еще остался на 7 лет, а последующие 6 лет он предложил ему дяде, чтобы какое-то имущество там заработать. То есть в общей сложности в этом рабстве он провел 20 лет жизни. И что же мы здесь видим? Когда Иаков видит над собой открытое в небо лестница Иакова, это благословение, которое Бог приготовил для Иакова. Несмотря на то, что Иаков обманывал, несмотря на то, что Иаков хитростью поступал и неправедно по отношению к брату, по отношению к отцу, да и к матери, тем не менее, то благословение, которое он получил уже в утробе матери, оно остается за ним. То благословение, которое мы получили от Господа нашего Иисуса Христа, всегда с нами, всегда с нами. Да, мы можем им пренебречь, к большому сожалению, и тогда прийти в вечность, как та обугленная головня из огня из послания к Коринфянам. Но поэтому нам и даны эти образы, чтобы мы дорожили первородством, чтобы мы не променяли его, как Исав, за чечевичную похлебку. И мы видим, тем не менее, беспощадный бич возмездия присутствует над головой Иакова. С одной стороны, а с другой стороны, то благословение, покров благодати, которым Бог покрывает Иакова. И с одной стороны, проклятие, которое он пережил, да, потому что вынужден бежать из дома,
обман со стороны тестя, жену, которую ему подсунули. С другой стороны, мы видим те благословения, которые Иаков получает, будучи даже в рабстве. Потому что он получил там и любимую Рахиль, и 12 сыновей, от которых произойдет будущее поколение Израиля и колено Израилевы. То есть мы видим здесь... То и другое исходит из руки Божией. С одной стороны, проклятие за самоуправство Иакова, с другой стороны, благословение для того, чтобы исполнить обетование Божие. Бог верен своим обетованиям, и они исполняются в жизни Иакова, как и в нашей жизни.